Итак, пошла запись. Сейчас будет коротенький обзор очередного героя Overwatch. Чатик проголосовал за Люсио. Великолепный, великолепный товарищ из Бразилии. У него тоже есть бэкграунд, там история, что он там вдохновлял своей музыкой, бла-бла-бла. Короче, у него следующие способности. Звуковой барьер, шикарная ульта. Одна из, наверное, самых лучших вообще, ну, саппортящих ульт. Потому что сразу у всех, вне зависимости от класса и базового количества здоровья, становится очень много хп. Там плюс 500 или плюс 750. Кроссфейд — это смена режима музыки. Переключение между двумя песнями. Мотив лечения исцеляет союзников и мотив скорости позволяет быстрее передвигаться. Громкость на полную — это что-то вроде бафа на текущую, на текущий трек. Увеличивает эффективность текущей песни. Вторая атака — звуковая волна. Отталкивает, создает взрывную волну, отбрасывает, да, поблизости. И стрельба, собственно. А, есть у него еще пассивный навык езда по стенам. Но я его, кстати, не освоил еще. Так. Он делает из вашей группы очень-очень мобильный отряд. Очень мобильный отряд. Мне еще понравилась такая тонкость в этом герое, что он стреляет по 4. То есть одиночной атаки у него нет, он стреляет по 4. Ну, как нормальный музыкант, как бы 2 четверти, 4 четверти, все на 4, на 2 делится. Такой, в ритме, в общем, в ритме, товарищ. Мне нужно, конечно же, не столько стрелять, сколько людям помогать, е прожимать вовремя. И надо переключиться на хил, наверное. Тут трейсер зашла. Так, пока на хиле я стою. Ну, что, мы стоим, лечимся. Все нормально. Сверху Ханзо я слышал. О, хорошо. Услышал, среагировал, убил. А действует ли альтернативка на этого? Действует, нифига себе! Не действует. Это, наверное, повезло просто. Так, я включил скорость перемещения повыше, чтобы от него уйти. Но сейчас нужно хил врубать, не успел. Люсио. Так, закрываю часик, возвращаюсь в игру. Сумасшедшая скорость. А если играть еще за солдата при этом и спринтовать, то вообще дикая скорость перемещения. Блин, там стоит этот. Я тебя включу хилку. Нет, отталкивание не работает на танка, к сожалению. Давай включим погромче. Бомба прицеплена, меня минуснула трейсер. Причем у него и пушка похожа на динамик. Видите, там, если спереди посмотреть. Так, давай погромче. И выполнена она, собственно, таким же образом. О, я понял, как он по стенкам. То есть, если стенка прямая, он от нее отталкивается. Как-то... Есть ульта, кстати. Ульта, вот, грамотно заюзанная ульта. Она очень сильно помогает. Но я не уверен, что сейчас стоит юзать ее. Хотя, когда, если не сейчас? Давай, поехали. Прибавим звук. Так, не двигай тело, махилка нужна. Так, этот ультует, гад. Надо перезарядиться, пока есть. Но мы отвоевали точку. Во многом, ну, я надеюсь, благодаря все-таки ульте. Так, ультует Ханзо, я слышу. Не все увернулись, к сожалению, от его ультимейта. А и уже все остальные, кто... Погромче. А давай-ка вот так вот. Опа! Получил по лицу, правда, я тоже получил. А нет, я жив! Там турелька стоит. Стреляет он очередями, хорошо стреляет. Погромче. Больно. Так, турельку сняли. И уже есть ульта. Ничего себе. Вы видели, как я этого Рейнхарта там минуснул?
И эту тоже. Вообще плюхи у него по 25, кажется. То есть, если 4 попадает, то 200 снимает. То есть, не стоит недооценивать атаку этого героя. Погромче, погромче. Блин, не дождался моей музыки. И, кстати, он неплохо контрит вот этого вот нашего лукаря, врага. То есть, какая-то невнятная трейсер, она профукала ульту. Серия с 5 убийств. Я вообще кого-то еще убиваю музыкой, да, своей? Тихо, погромче. 1 минута, мы точку не сдаем. Я вижу, стреляет там Ханзо. Солдат где-то ультует. Я стараюсь Ханзо прострелить так, чтобы он не высовывался просто со своей точки. У него там единственное... Ну, он там любит стоять, я не знаю почему. Трейсер здесь, правда, еще есть. Готовлюсь ульту прожимать. Так, полечу вот крысавчика. Тут турелька, правда, есть. Ну, вроде норм. Держимся, держимся. Опять ультует Ханзо. А-а-а, блин, врубай! Пора ускориться. И хилочка пошла. Готов ультовать, только надо сейчас дождаться, когда пацаны подойдут. Давай, поехали. Там просто с это... Ну, 10 секунд надо было юзать. Это победа, пацаны, победа! Легкая победа за Люсио. Ну, тьма нормальная. Че тут скажешь? А, нет, там соточка, 25 на 4. Че это, я умножил, взял и получил 200, 25 на 4. Молодец. Лучший игрок матча. Ставь Стаса Михайлова. Я думаю, что если я поставлю подобные композиции, у нас просто дизмораль в команде начнется. И ХП отнимется, и точность понизится. А может кто-то вообще бросит мышку с клавиатуры и скажет, нафиг так играть или внет. А так ритмичная музыка. Нифига себе, 53% урона противников исцелено. Ну я стоял на точке, чего ведь больше ничего не делал. Снайпер еще отлично отрабатывал. 15 киллсов без, ну, без смертей. Это очень здорово. Что ульта делает? Ульта прибавляет всем, кто находится вокруг, фиксированное количество здоровья, которое тут же, правда, начинает уменьшаться резко. Но здоровья настолько много, там то ли 500, то ли... Ну, как, такой вот порядок цифр. Что она может законтрить всякие там фаровские ульты ДПСные, может законтрить ульту того же самого, как его же звать, Ханзо. В нужный момент. Щелк, и все. Хорошо получилось. Так, в атаке у нас две фары. Неплохо. Снайпер. Танка ни одного нет. Боюсь, что мы... А, подождите, это же карта Гибралтар. Тут нормально, тут танк особо и не нужен. То есть можно и без танка, в общем-то. Тут очень большие открытые пространства, и грамотные снайперы могут неплохо зарешать. Хотя вот я не знаю на самом деле, кто из нас в принципе пойдет и будет рядом с этой находиться. С Райнхарта не хватает все равно. Ну кто-то должен рядом с повозкой стоять. Я смотрю на людей, у всех по 200 хп, вот реально. У всех. Атака начнется через 30 секунд. 6 человек, 200 хп. Это будет такой трэш. И главное, никто не будет стремиться к этой машине, к цели. Никто не будет лезть туда. Там фара будет летать, две фары будут летать. Этот Ханзо заберется куда-нибудь. Снайперша тоже куда-нибудь заберется. А я буду музыку слушать непонятно где. Вообще. Ну тут пацаны, мы обречены просто. Сразу турель. Я попробую к турели пройти. Вместе с нашим другом Макри. Фара нас уже бомбит. Да, да, вообще нормально зашло. Но сейчас налицо какое бы то ни было отсутствие, ну, полезных героев на карте. С нашей стороны.
И это настораживает. Так, фара наша. Хорошо, турелев сняли. И мне вроде как нужно быть... Вот, смотрите, по центру написано, нарисовано, сколько целей от ульты моей лечится. Вот, например, сейчас одна цель, да? Макри только. О, хорошо, хорошо. Не, не хорошо. Тут еще фара прилетела. Ёшки-матрешки. Надо уйти. Да, бро. Ну, мы просто, просто у нас никакой не тимплей. Вообще никакого тимплей нет. Кто-то там летает, как я и говорил. Фара там где-то стреляет. Заря? Иди сюда! На! Ой, там... Ой, ой. Ну ладно, убили. Погромче. Нет, не погромче, все живые. Вот, и это, конечно, очень печально. Давайте я рядом буду находиться с... Потому что если выбирать из кого-то, кто должен рядом находиться, я должен рядом находиться. Так, есть ультимейт. Там по мне... Ой, блин! Да твою налево, где? Откуда звук, Анжелика? У них вот как раз два танка. Вот они могли бы взять... Давай, ультуем. Да, я сейчас настреляю вообще, капец, народа убью. Иди сюда, по лицу, кулаком. Что ты? Ой, сверху турелька. Громкость побольше. Да, саппорты дерутся с танками. Это просто, просто какой-то хаос. Это просто хаос. Накопил Ханзо на ульту, молодец. Врубаю музыку погромче на скорость перемещения. Пытаюсь вернуться в... Тут еще экшен какой-то идет. О, оттолкнул ее. На, и лети уже туда. Я думал оттолкнуть ее подальше. Но не получилось. Короче, Заря там танкует. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, турельку сняли, у меня почти есть ультимейт. Чекпоинта дошли. Как так, не ясно. Да куда ты лезешь? Иди домой! Что ты... Ой, хилку взял, блин, хилку взял. Иди назад. Отвали. Стреляй, патроны, патроны. Надо было с руки брать, бить его. Ну хорошо его покайтил. Бах, бах, бей, мексиканцы. Ой. Так, поехали. Йоу. Как слышу йоу, сразу хочется с молот взять и ударить. Это еще с Децела пошло. Не знаю, не могу ничего с собой поделать. Да, хрень. Да, без шансов. И такой панч в конце был. Ну, это хохма, а не игра, на самом деле, потому что, ну, моя задача быть в центре толпы, которая постоянно получает урон, то есть нужны танки, нужно сдерживать удар противника, понимаете? Ульта еще здесь. Да, да, да. Нас просто унижают. Просто унижают из-за неверных героев. Ах, бедолаги. Не, еще можно. Чего, сейчас начнет, не знаю, снайперы, фары там поубивают всех нафиг. И все. Че, как ультанул? Воу! Ой, 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 так не надо. Ёшки-матрешки. Иди отсюда, девчонка! Хорошо, серия потом отодвинула ее. Так, он, кажется, передислоцируется, гад. А, нет, он просто умер. Просто тихо умер.
Блин, да что ж такое-то, ну... Музыка качает. Качает, музяка. Опять ты, ёшки-матрёшки. Побежала, короче. У-ху! Нас не догонят. Хорошо, мы ее вырубили под крепу. Сзади еще кто-то идет. Опять этот. Давай на меня. Чардж. Молодец какой. У-ху. Е-е-е. Нет, нет, нет. Беги, беги. Бах. На! Хорош! Ультую, пацаны, ультую! Ой, поздно! Иди сюда, давай посражаем! Нет, побежал, 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 побежал! У-ху-ху-ху! 10 секунд осталось, но танков нет, а что осталось-то? Толку нет! Я уже в мели пошел, убиваю просто всех! Раз танка нет, придется... Придется работать за... отработал, короче. Держитесь, пацаны, я иду. Там ульт... Да, короче, шансов нет. Ну, хоть музыку послушаем напоследок. Ой, все. Тима не очень. Просто миллион. Ну, вот один товарищ взял танка в конце, зарю. И сразу стал... А, нет, это враги победили. Это у них была заря. Мы не брали. Огонь по готовности. Ой, хорошо. Стянуло. АУЕ работает. Еще внизу сейчас растерялась, правда. Могла его быстрее убить. Хорошо отработала. Молодец. Единственный, кто тащил в этой команде, вы посмотрите. Это Good Game. Ру. Но... Оценила только 3 человека, включая меня. Ладно, сейчас будет другая карта. Я надеюсь, там будет, будет побольше смысла во мне, как в саппорте. И посмотрим тогда, что из этого получится. Есть мнение, что вместо Люсио здесь должен быть танк. Но я как бы об этом говорил раз, наверное, 8 на протяжении этой не очень длинной игры. То есть каждую минуту я говорил о том, что нам нужен танк. Вот, но... Ну, как бы, я персонажа изменить не могу, у меня, типа, такой легкий обзор. Но зачем взяли двух фар, снайпера? О, оборона, вот, вот оно. Сейчас на Гибралтаре мы защитимся. Должны. Так-то веселый саппорт. Мне кажется, это вообще один из топовых саппортов. То есть он очень универсальный. Он может... И, ну, во-первых, ульта полезная, это раз. Во-вторых, стабильный очень высокий реген с возможностью его усиливать. А, в-третьих, возможность переключить трек. Если вас, например, там убили, ты со старта очень быстро достигаешь нужного места. Причем не только ты, но и твоя команда. Поэтому герой реально очень полезный. Особенно учитывая то, что, скорее всего, в будущем будут комбинироваться ультимейты для повышения эффективности. Ну, типа, стяжка и дракон, или там еще какие-то с фарой можно комбинировать ульты. А этот товарищ с хорошим запасом нейтрализует эти ультимейты. На короткое время, но вот если вовремя будет юзать, то все будет ок. Так, защита, да? Вы не поверите, но защите я тут тоже не очень полезен, потому что у нас крысавчик, который отдельно... А танки вообще у нас есть? Опять без танков, да? Ладно, я буду от турели отталкиваться тогда. Ну, по крайней мере, я смогу... Что это за турель-то? Слышь, дед, может, ты все-таки... Там твоя турель не доделана. У-ху! А там сразу заря... Это, кажется, та же самая тема. Ну, короче, приехали. Обернитесь.
А зачем мне скорость-то? Мне нужен хил. Я пошел наверх, в общем. Все зря. Жизнь, боль. Ой, там здесь... Здесь... Иди домой. Тихо. Уже пошла полная каша. То есть у нас строя как такового нет. Кто в лес, кто по дрова. Самый близкий к нашей базе — это танк врага. И это уже как бы плохая... Плохая музыка очень. Очень плохая музыка. Так, о чем я? Ну да, вот враги, два танка. Короче, мы играем против тех же самых, но как бы толку нет вообще. Просто толку нет. У нас нет никакого костяка, все разбрелись. А тут видите, что происходит. А я дамаг-то наносить нормально не могу. Я же не очень вообще, я же саппорт, блин, ё-моё. Хоть в щит постреляю, да? Тихо, ну блин, ну опять я куда лезу, а? Куда я лезу? Сейчас сам ошибаюсь, уже не думаю над продолжением. А надо собраться все-таки. Тем более есть ультимейт. Ультует солдат. Ультует красавчик. Так, я поближе. Он, там ульта пошла. Ладно, я ультую, чтобы турель прикрыть. Хреново. Можно музыку погромче? Спасибо. Ну вот, видите, заняли какую-то фиксированную... Куда ты, друг? Что ты делаешь? Прекрати. Скорее всего, здесь будет проходить. И опять... Да, ну хотя трейсер побежал. Хорош. Давай, поехал, поехал. Справа подходит. О, хорошо, мы его убили. Альтернативная атака. Любопытно, сколько она урон наносит. Вроде она так неплохо, неплохо минусует врагов. Давай, чардж. На тебе. Сверху. Ой-ой-ой-ой-ой. Я зарю не заметил. Ну, то есть я видел, что слева товарищ, но там оказалась заря. А заря стянула вообще всех. Всех, кто там был. И даже стремиться некуда сейчас, потому что там никого нет уже из наших. Уже все гуф. Но я как истинный саппорт лезу вперед. Так, давай хилочки побольше. Ульта есть, если что. Вижу солдата сверху. Постреливаю по нему. Ой, ульта. Ну, потому что сверху солдат. Убили его. Хорошо работаем. Кстати, он... Эту дурочку он может неплохо отталкивать. То есть трейсер, она... Она весьма уязвима, хотя вот не под щитом. Ой, сейчас опасно будет. У них все танки здесь, все здесь. Ой, нет! Попал. В кои-то веки попал. А я лечил пятерых. Стоял в самом центре и... Там все были. Хотя там вроде еще живет турелька наша. Поднимаюсь к ней. Ой, тут под ульту трейсер. Трейсер как раз поставила бомбу на туречика и ушла. Я туда подошел. Совпадение? Не думаю. Работаем. Выше прицел держи. Много выше прицел. Ты, конечно, прямо летят.
Они летят четко прямо, без какой-то хитрой траектории. Ой, ульта пошла от красавчика. Наша причем. Так, давай-ка сюда, 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 друг, друг, друг. Я вижу, у тебя хпшечки мало. Ой, все. Опять я пошел вперед. На зарю. Их ульта. Очень много хп. Трейсер сзади. Оттолкнули, убили. Хотя не, не убили. Убили. Ультую. Достал до своих. Музыку погромче. Я вижу, стреляют. Это же вражеская фара. Есть, убили. Ультует жнец. Такой бешеный ритм у игры. Держимся пока. Там ульта опять от трейсер. Вот жесткая она какая. Тут, кажется, больше никого не осталось. Так, она телепортировалась. Да, но у нас практически не осталось, пацаны. Пару вижу. Рипера вижу. Да а что я могу сделать, ну? Справились. Так, ульта наша, хорошо. Могу ультануть, но пока вроде нет потребности. Сверху трейсер. Закидываю ее. Прожимаю хп, здесь вижу фару. Закидываю. Да как так-то? Две ракеты, видимо, поймал. Раз и два, да. Да, четко две ракеты. Причем сначала не увидел, что по мне попала первая ракета. Времени 3:30. Еще можем отбиться. Подходим, меняем трек. Так, я ульту, наверное, все-таки подсейвлю немножко еще хотя бы. Хотя, наверное, пора уже. Пора, пора. Я покажу, как надо. Да ты что, серьезно здесь? Ну там столько танков, что уже на резву загоняют нас. Это все, это ГГ. Ребят, ну я старался в двух играх показать, что какой-то есть прок от... Не, ну от него реально есть прок, просто... Так, выходим, выходим, выходим. Да мы еще здесь! Мы еще здесь! Ультует... Ультует Ханзо. Потихонечку отходит цель. Чардж пошел. Он может здесь один отдаться. Они по одному отдаются. Это реально шанс. И есть ульта следующая. Толкай ее, толкай, толкай. Давай, давай. Ну. Так, красавчик сверху. Пару вижу. Зря я, конечно, вылез на нее первым. Там красавчик должен работать. Вижу танка, сейчас чардж будет. Они ультуют. Убили танка. Погромче. Я вижу, что есть ульта. Слышь, гей. Ой-ой-ой! Ультую! И спас себя. На некоторое время, по крайней мере. Да, погромче, погромче, погромче. Полторы минуты осталось продержаться, пацаны. Фара сверху умерла, я даже не успел заметить, где она. Опять пришел Тобьерн. Ой, какой Тобьерн, блин, Райнхард. Проходят они по-другому. Сюда идут, сюда идут. Блин, ребята, вы уверены, что стоит так делать? Он опять здесь. Они теряют время. Пара идет. Вижу рипера, вижу эту. Погромче музыку справа биты. Вперед. Пригвоздить может как-то. Нет, ставит турель. Гвожу. Ульта как вовремя. Ультую.
Нет, Бастион! Воскрешение! Да, 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 нет, не дойди сюда! Обойди, 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 обойди! Но! Блин, но! Победа! Почти победа, пацаны! Последняя атака, надо отбиться, последняя.